Рождество – это праздник веры, надежды, любви, вечных ценностей в жизни. Накануне светлого дня в городском доме культуры прошел концерт «Благословенен Рождества приход». Рождество Христово не просто так называют матерью всех праздников, ведь даже ход новой истории и наше летоисчисление ведем мы именно с этого дня. На рождественский концерт собрался почти полный зал. Творческие коллективы, а также юные дарования порадовали жителей Славянска своими талантами. Первым открыл концерт хор духовной песни. В концерте приняли участие воспитанники вокальных и танцевальных групп детской школы искусств и городского дома культуры. Праздничные концерты в честь Рождества Христова стали доброй традицией для нашего города, которая будет продолжена и в дальнейшем.